Без ограничений по аудитории. Проект для глухих и слабослышащих детей «Давай дружить» теперь в открытом доступе. Специальные телепрограммы и мультфильмы с сурдопереводом создают активисты некоммерческой организации Академии открытых коммуникаций. Раньше распространяли их лишь на DVD-дисках. Это ограничивало аудиторию. Тиража хватало только, чтобы обеспечить интернаты и спецшколы. Подобные пособия, как показала практика, многим необходимы и дома. Сейчас все это разместили на бесплатном видеохостинге. Кстати, скоро в сети появится и новый цикл программ.